Я просто вот часто бываю в Москве. И я вижу, вот у нас эта элита вокруг президента, и они вот ведут эту красивую городскую жизнь. Так вот, я хочу, чтобы они обратили вот на нас, на ваш автопробег свое внимание и поняли, что кроме того, что накапливать богатство на нашу нефть, газ и прочее, прочее, и выводить за границу, детей учить за границей, надо просто дать нам всем возможность развиваться на земле. Просто дать землю, ничего больше. И еще на общие деньги, которые, ну, общий бюджет, то есть помогать нам, то есть не помогать, не отстраивать дома, а просто создавать инфраструктуру. А, дороги, Б, электричество. Ну не сделайте дороги, не сделайте электричество, мы поставим сами электричество и сделаем себе дороги. Просто я хочу, чтобы услышали те люди, которые в Москве около президента.